Рада сообщить вам, что наш бестселлер «Энзимная пектиновая маска» наконец вышла в еще одном формате в тубе 100 мл. Удобный формат, который можно брать с собой в поездки, который не займет много места на полочке, где хранится ваша косметика. Ну и хотела бы напомнить для тех, кто, может быть, никогда не использовал энзимную пектиновую маску, особенности этого продукта. Энзимная пектиновая маска – это гелевый легкий эксфолиатор, то есть это легкий энзимный пилинг, где основным ингредиентом является фермент папаин. Вспомогательные ингредиенты – там молочная кислота в количестве 5%, которая дополнительно увлажняет кожу и помогает отшелушиванию. Есть соль рапан в составе. И данную маску можно использовать различными способами. Она отшелушивает эпидермис, дает эффект гладкой кожи, профилактирует образование комедонов, черных точек и препятствует развитию воспалительных процессов на коже, если кожа проблемная. Как можно использовать эту маску? Она является гелем, то есть это легкий гель, который мы можем нанести на кожу лица средним слоем и просто подержать 15 минут. Второе использование – это нанесение маски под пленку, экспозиция тоже будет 15 минут, под пленкой разрыхление проходит более интенсивно. Профессионалы-косметологи, которые очень любят эту маску, используют такой способ перед чистками в кабинете косметолога. Кроме того, можно эту маску использовать как массажное средство, одновременно отшелушивающее эпидермис. То есть мы наносим на кожу лица и делаем влажными руками либо сам массаж, либо косметолог в кабинете делает по ней массаж в течение 15 минут, потом смывает маску и дальше продолжает процедуру. Маска может использоваться в качестве предпилинга, то есть после экспозиции энзимного пилинга мы можем нанести какой-то более сильный кислотный пилинг. Кроме того, маска отлично сочетается с другими средствами. То есть после нее другие интенсивные маски будут воздействовать более эффективно. Например, отлично она сочетается с маской Сибобаланс на основе каламина, каолина и бентонита, с маской Акваудовольствие, гелевой увлажняющей маской. Также после того, как мы 1-2 раза в неделю используем эту маску в регулярном уходе, мы даем доступ к глубоким слоям кожи, активным сывороткам, которые мы используем в своей ежедневной рутине. Поэтому у нас теперь два варианта. 200 мл для кабинета, 100 мл для дома. Пробуйте и отшелушивайте кожу.